ну пусти сюда, алё, куда ты нас? За всё, что нас? Будете здесь сидеть! Да за что? Куда? Опять мы сюда попались! Ушуровал, блин! Слушай, в тюрьме чуть-чуть Чарльза мы еще с тобой не сидели, фиалка! Мне кажется, вот это да. Она еще не такая простая. Она? Ну да, по-любому, эта тюрьма тоже имеет какие-то подвохи. Коробки какие-то вижу уже отсюда. Нам надо придумать план, да. Как свалить. Это просто жесть. И снова у меня ничего. Зря мы, короче, этого чуть-чуть Чарльза не прихлопнули. У меня тоже, он все забрал, короче. Вон он там, он сюда идет, смотри. Так а ну давайте на работу. Какую работу? На работу, выходи. Стой, а если ты прямо сейчас подпишешься на канал и поставишь лайк, то завтра под подушкой найдешь iPhone. Один из моих подписчиков уже нашел его. У, что это, реально iPhone? Я поставил лайк и подписался на канал. Это жесть какая-то. Долго нам тут сидеть в этой тюрьме хорошо, твоей? Хорошо, выходи. Сейчас, сейчас. Отходи. Выходи. А, да. Сюда ну, иди. Все, я иду, я здесь. Никуда я не ушел уже. Здесь что? Вообще везде паутина. Капец, тут реально фиг как куда убежишь. Как-то по-быстрому не уйдешь. И рельсы еще. И что делать идти? Тут надо? Забирайте кирки и добывайте мне вот этот костный блок. А потом что делать с ним? А потом мне отдаете. Может его перерабатывать надо тут или что делать? Перерабатывать не надо. Или вот, можете и переработать. А потом мне отдаете. Ладно, работа в целом не такая уж и плохая. Могло ну да, быть могла и хуже. Быть хуже. Хоть не унитазы чистить, блин, ё-моё. А то вообще капец. Да. Никто не исключает, что ты этого будешь делать. Не буду я ничего делать, понял? Если я скажу, будешь. Не буду, не буду. Вот костный блок, ладно, так и быть, я поломаю, пока придумываю план побега. Слушай, а унитазы драть не буду. Чё? Зачем ему этот блок? Не знаю. А ну подожди, если его переработать, по-моему, костная мука получится, слышишь? Ага. Ай-яй-яй-яй-яй, что? Ты, эй, что он это меня, такое? Он меня задел чем-то или что это такое? Отравление накинулось. Ой-ой-ой. Блин. А, все, не могу работать. Мне нравится. Не могу работать, работать. Можешь, не могу. Можешь. Не, не могу, полсердечка. Можешь. Все, умираю, шмар. Плохо. Давай. Не могу. Давай. Не могу, у меня полсердечка. Давай. Не могу, не могу вставать. Нет. Вообще. Спасибо. Спасибо. Я ну и сказал, что теперь... сейчас можешь. А вот я так попрыгнул сиди теперь. Теперь. Не хочу я тут сидеть, блин, это вообще жесть какая-то. Что тут делать-то, а? Издевательство. Давай, да куда сюда, блин, это вообще жесть. Я не тебе говорю! Да ты я сейчас, здесь сижу. Сейчас, возьмите. Так, сейчас я, короче, я знаю, как я отсюда. Как мне... Надо как-то освободиться, ребят. Работай. У меня ой, кирка есть, я пытаюсь как-то освободиться. Блин, жесть какая-то вообще. Кирку сюда! Да я не могу выкинуть ничего. Кирку на, сюда. На, забирай свою кирку. И муку свою тоже забирай эту. Блин, не получилось. Слушайте, а если я сюда закину что-нибудь? Давай сюда муку. Да скинул уже все, скинул, скинул. Все, ничего у меня нету. А ну-ка зашел обратно. Я все, я понял, я понял. Я здесь сижу. Блин, капец, слушайте, что делать? Где... Фиалка где вообще? Она работает до сих пор. Давай, ты что ее нагружаешь там, а? Да, давай, кирку. Сейчас, сейчас. Чуть-чуть все, Чарльз обнаглевший, просто капец. Пойдем со мной, пошли. Хорош там ее мучать, алло. Сколько она будет там работать? Я ее не мучаю, выходи. Куда? Выходи! Вышел, я вышел, вышел, вышел. Стрелу можно забрать? Нет, не могу. Столько работала. А сюда! Куда? Да куда? Сюда вдвоем! Туда! Что тут такое? Чуть-чуть, Чарльз. Что такое? Что тут такое спереди? Это лабиринт, если зайдешь, тогда умрешь. Пошли! В смысле, если зайдешь, умрешь? В прямом смысле! Что там в лабиринте зайти, такого? Ты хочешь проверить? Да. Я думал, если зайдете, тогда умрете, я еще раз повторяю. Так, садись, да, садись. Да. Я думаю, нам надо он придумать... специально так говорит, знаешь. А он кирку у тебя забрал? Забрал кирку? Да, забрал. У меня только костная мука. Ё-моё. Надо, короче, придумать план, как свалить из клетки. Так. Чё ты там, блин? Лапами своими меня не лапай, блин, ты. Чё хочу, то и делаю. Нифига тебе не положено, понял? Положено. Начальник тюрьмы. Так... у нас салат. Сейчас какой без салат? Еды останешься. Так у меня и так еды нету, где? Так останешься и без неё. Давай сюда уже. Есть хочется и так. Все, у меня будет куриный салат, короче, теперь. Класс. Так, ты что, с нами будешь сидеть тут? Я не понял. Да я с вами буду сидеть, все контролировать. Моё. Хотя бы еда нормальная. Для кого-то гробы там стоят. Какая тебе разница, ну, для тебя. Так, это твоя миска, зачем ты мне ее отдаешь? Я не буду мыть посуду еще тут. Это я отдаю этому чуть-чуть Чарльзу. Пауку этому, забирай миски свои, понял?
Ты сейчас туда, в тот гроб пойдешь, ляжешь. Ну и пойду, хорошо. Вот так вот возьму и пойду сюда. Ты куда? А! Да в гроб, сказал же. Пойду сюда. Куда ты там пошел? Хочешь со мной поиграться? Ага, хочу немного. Я в гробу лежу, но у меня все в порядке. Да ты... А! Увидел меня! Нет, 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 нет. Упрыгиваем, упрыгиваем. А, блин, что, холодно так стало-то, а? Так, в лабиринт. Прыгаю в лабиринт. Сейчас я... Ну, прыгай, прыгай. Прыгаю, прыгаю, прыгаю. Все, я в лабиринте. Так, здесь он меня точно не найдет. Ой, что, потемнело все. Ё-моё, куда... Так, 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 это... в смысле? Я чё откинулся-то там? Так, дед, дай, выходи, вставай! Что я в паутине застряла? Вставай! Блин, я теперь связан, выбирайся. Здесь клетки ещё у себя, как мне отсюда выбраться, а? Выбирайся, так. Выбирайся, пошли со мной! Надо что-то придумать. Пошли, пошли! Я не могу ничего сломать даже теперь тут. Заходи в свою клетку! Хорошо. Фиалка, тут у тебя... Я, короче, забежал в лабиринт! Да, и как там, что там? Я сдох! В смысле? Как он и сказал! Что? Ну, в прямом смысле! У меня все черное было в глазах, короче, а потом я откинулся. Алло, развяжи меня, насекомое! Подождешь! Да сам ты насекомое! Руки жмет, веревки твои, блин, эти! Развязывай! Ай, да за что? Развяжи меня, говорю, блин! Тебя тоже травили? Снова плохо становится. Он кинул какую-то бутылку с какой-то фигней. Я не могу даже поесть! За что? Фиалка, развяжи меня, ты можешь руку просунуть сюда? Как я тебя развяжу? Ломай решетку вот эту, ломай ее. Давай, 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 нам надо, короче... крепкая. Он идет, он идет, он идет. Что это такое? Не пали... Да я сейчас откинусь и так уже, у меня полсердечка опять. Развяжи меня, дай пожрать, вон, наконец-то. Так, нет, сейчас пройдет отравление вот это вот, и потом я буду есть, чтобы здоровье восстановить. Давай, ломай решетку. Давай, давай, давай. Давай, 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 стараюсь. Давай, 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 нам надо... Чуть-чуть. Блин, если бы мы кирку стащили, это, конечно, было бы вообще шикарно, но, по-моему, это невозможно здесь. Так, все, давай, ломаем, 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 ломаем. Чуть-чуть, чуть-чуть. Уже половину точно... Давай, почти разогнули ее. Ну-ка, 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 ну-ка. Еще давай, 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 давай. Да капец, что за решетка тут такая, я миской тут уже фугашу ее, блин, по полной. Ну-ка, давай. Че? Во. Да, получилось. Все, нормально. Так, надо бы, знаешь что, у меня есть пустая... Что такое? Что вы тут сделали? Да ничего, я чего ем, блин, алло. Делали? Ем, говорю, миской, вот. Куриную эту, салатину, которую ты мне дал. Ты видишь? Тут вообще нету окна. Будем мне тут, я вам... Он, короче, застроил все. Как отсюда свалить из этой тюряги, блин, а? Чё? Ты отсюда не свалишь! А я свалю, по-любому. И как ты отсюда не свалишь? Ты по-любому отсюда свалю. Короче, слышишь, Фиалка? Давай, ломай, 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 молодец. Да. Во. У него такой голос противный. Да вообще, голос мерзкий. Только если в гробу. Чё, в гробу понятно голос тебе мерзкий? Только если в гробу, отсюда ты покинешь эту тюрьму. Да нифига подобного, я отсюда свалю раньше, чем ты заснешь, понял? Ага, а потом по... Всё, попрыгай. Да, снова меня связал. Да за что? Я только восстановил здоровье, блин. Это просто издевательство. Короче, надо, знаешь что? Я думаю, что есть какое-то решение к этому лабиринту. Ты можешь? У тебя миски остались. Попробуй кинуть миску на нажимную плиту. Сработает или нет? Ух ты. Давай попробуем. Я не уверен, что сработает. Она не проходит туда. Я спрятался. Блин, ладно, значит, надо что-то другое придумать. Короче, у меня снова полсердечка. Я уверен, что в его доме, вот эта, которая здоровая постройка в центре, вот он там идет. Стоит. Сбежал. Давай выходи отсюда. Скажи, что я сбежал. Я тебя вижу и слышу. Я не могу выйти, вы дверь закрыли. Я не тебе. Сбежал, скажи, я сбежал. Так его я здесь тебя нет. Вижу и слышу, да. Я сказал! Да ну ё-моё, а ну за что ты меня, блин, а? Я ж никуда не сбегал, да хватит меня грызть! Ты сейчас тут у меня! Да я тебе сейчас... Вот сейчас моему же нам! Сейчас хватит, я как освобожусь, хватит его там трогать, всё! Давай, верёвка, рвись, ну ё-моё! Чё ты тут настроил, алё? Зачем это всё? Освободи меня давай! Кошмар какой-то! В душ пусти хотя бы! После работы зачем в душ тебе освободили! В душ? Ну, после работы в душ! Чё, нельзя, что ли? Выходи! Я тебе... Развяжи меня, я не могу ходить. О, все, открывай двери. Выходи! Во. И ты выходи! И фиалку тоже сюда, во! Со мной! Смотри, короче, надо в большом доме что-то найти по-любому. Точно, точно. Говорю, так, за а мной! Где душ? Душ где? Вот здесь душ!
Там еще на второй этаж можно. Идешь? Давай, пошли. Да-да-да, давай. Медленно слишком, быстрее! Да ну как получается? Ты побил сначала, а потом говоришь. У вас 5 минут! Хорошо. Так, короче, слышишь? У нас есть время обсудить планы. Надо, короче, каким-то образом пробраться. А он где? Он ушел? Думаю, да. Его не слышно и не видно. Я не вижу его. Слушай, может, я попробую пробраться на второй этаж туда? Давай, а я буду пародировать твой голос. Давай, хорошо. Классная идея. Так, я побежал. Надеюсь, я сейчас не спалюсь. Я енот. Я купаюсь. Так, быстро. Какая же холодная вода. Ступеньки, тихо. Где он? Да, правда, енот? Здесь нету. Такая холодная вода. Еще блин, купаемся, фиалка вообще нормально справляется. Так, что тут может быть? Да, точно. Так, что-то нашел. Подожди-ка. Опа. Что-то ужин сегодня был не очень. Опа. Так, надо возвращаться. Это да. Ну, хоть что-то. Возвращаться. Представь, если было бы какое-то тухлое мясо. Быстрее. Я здесь. О, у тебя получилось? Да, я, короче... Я нашел, короче, какое-то святое заклинание и карту. На тебе еще капец, заклинание. Капец, тебе это удалось. Так, что за карта? Время вышло! Хорошо. Да, хотите? Сейчас, со мной. Забыл выключить душ. Воду! Да, точно. Так. Со мной! Идем. А кормить когда будут? Никогда! Ах, я такой голодный. Со мной! Так хочется есть. Идем, мы здесь уже, прям возле тебя. Да идем мы в твою камеру, блин, кошмар какой-то. Давай, заходи. Ну и как мне на унитазе теперь сидеть? У меня тут, блин, крыша сразу на уровне головы. А что здесь так, это, тесно стало? Он вообще сделал меньше, короче, клетки нам. Слышишь, короче, здесь карта тюряги, карта лабиринта есть. Где? Ну, у меня, вот а это где то, ты что взял? Я взял. Ну там, на втором этаже у него. Капец, там был тебе сейф. Удалось. Вот, заклинание не потеряла? Не-не-не, оно у меня. Это, видимо, для того, чтобы мы могли там пройти. Вот, он же сказал, если вы туда зайдете, то сразу... Да, точно. Не мешай тут. О, еда, если спасибо. Не мешай! Ну, я это мое дело, что тут делать мне! Офигеть. Да я тут на унитазе вообще-то сижу почти. Да мне все равно! Рыбный пирог с плесенью, что ли? Что он такой синий? Не, у меня вроде нормальный. У меня вроде нормальный пирог. Но я съел, знаешь, по крайней мере, я живой. Здесь так долго время идет. Короче, я что говорил, заклинание, походу, это чтобы можно было там пройти и не получить это ослепление, чтобы а черным все не было. Да просто надо с собой, скорее всего, нести его. Хорошо. Карта? Так, подожди, надо это все дело изучить внимательно. Я вижу, короче, каждый просто закуток этого лабиринта. Угу. Вижу край дороги этой. Слушай, ну нам надо куда-то, получается, в левую часть идти. Там я вижу какой-то... Только вот в этом месте, короче, есть какой-то маленький золотой блок. Или желтенькая какая-то точечка есть. Да, и черненькая точечка есть какая-то. Короче, я думаю, нам туда, потому что в других уголках этого лабиринта ничего нет, судя по карте. Давай тогда ночью пройдем по этому лабиринту, когда он не будет здесь ходить. Типа, когда он уснет или что? Да. Блин, а вылезем-то мы как отсюда? Надо подумать. Так, я спрятался. Чё? А когда этот работать? Работать? Ну да. Сегодня поведут работать или не поведут? Да, поведут, будешь работать. Выходи. О, выхожу. И фиалку и тоже. И ты выходи. Да, хорошо. Во. Со мной. А кирку стырить. А куда? А когда нас отсюда выпустят? Никогда, я же сказал. Да почему? Берем кирку и работаем. Так, по-моему, тут было на одну кирку больше в прошлый раз. Я знаю. Так. Так, все, я начинал уже добывать твои костные блоки. Работаем. Надо стырить кирку, слышишь? Да, точно. Так, я одну возьму. Вот. Угу. Пусть у меня одна, типа, была у тебя. А потом, я одну выкину, короче, и все. Угу, да. Так, все, давай. Добываем. Надо как можно больше добыть, чтобы он, короче, не злился, этот чуть-чуть Чарльз. Да, давай его обрадуем. Хотя, если это получится. Что? В теории мы можем прямо сейчас рвануть в лабиринт, потому что его вроде нету. Да, слышишь, но что, стоит ли того? А то потом все отберет, знаешь. Ну, вон он уже едет сюда, блин, по рельсам. Так, давай, добывай. Не расслабляемся. Добываем. Да, надо больше. Да, уже нормально так. Давай. Сколько у вас там уже? 50 плюс. У меня 27. У меня 70. Добывается нормально, хорошо. Давайте сюда. Уже давай так, сейчас перерабатываю. Оп. 675. Во! Так, сойдет. А зачем костная мука тебе?
Это тебя касаться не должно. Просто делай свое дело и все. А кормить Ой. Будут сегодня еще потом? Или еще работать? Я тебе давал. Нет, все, в камеру. В камеру. Так, Кирки возвращаем. Вот, Кирка. Да, на место кладем. Клади. Ждем команды. Куда идти? А кормить камеру. Будут еще? Нет, больше кормить не будут. Вечером. Да, блин. Ну ладно, хорошо. У меня так все, живот сидим. Уже болит. Все. Кстати, да, живот тоже немного так побаливает. После рыбного пирога этого-то, а? Кирка у меня. Здорово. Так. Все, здесь мы можем пролезть, смотри. У нас, короче, видишь, я сделал здесь отверстие. Туннельчик маленький. Класс. Вот, можно, короче, если что, залезть. Да. Надо будет дождаться ночи, и что, свалим тогда? Да, надо будет пытаться отсюда свалить побыстрее. Короче, давай ждать вечера, когда нас начнут кормить, вот. А потом, да. Когда уже сюда приведут, я думаю, будет уже совсем темно после ужина. И мы сможем тогда вылезти, вот. Да. И рванем в лабиринт. Точно. А ну встали! А, чё, уже время встали. Ужина? Уже да, время ужина, чё тогда расслабились, ура. Выходи! Да чё расслабились, мы ждали вообще-то, мы заработали сегодня. Фух. Пошли за мной! Всё, это голова что-то болит. Смотри, уже совсем темно, нифига себе. Да. И вот эта решетка, смотри, на потолке. Отсюда вообще никак не выбраться, походу, да, чуть-чуть, Чарльз? Никак! Эх, ладно. Даже давай, он садись, не выберется. Последний наш прием пищи в этой тюряге и свалим отсюда. Надеюсь, будет что-то прикольное. Так, чего у нас на ужин-то, а? Нормальное что-нибудь или нет? Я выкинул вам. О. Куда? Вот лежит. Какая-то. Да, мне дайте. Теперь тебе. Уже. Сосиска или что там? Да, о, серьезно, я колбаса. Я вижу. О, нормально. У вас 5 минут поесть. Так, надеюсь, хорошо. Это с какого-то нормального мяса. Валим или нет? Или, да, или подождем? Погнали. Давай. Побежали. Быстро. Давай. Так, за мной по карте идем. Сюда заходим. Хорошо, надеюсь, я не потеряюсь. Так, давай, заходим. Так. Так, не бежи. Сюда, давай. Давай, быстро куда-то идем. Так, сейчас мы уже где-то рядом. Где-то точно? Здесь. Точно? Это все такое похоже. Где-то. Блин, я слышу эти звуки паровоза. Куда-то. Вот, мы пришли. О, точно. Давай, заходим. Давай. Заходим. Захожу. Я надеюсь, это выход. Так, что да. Здесь? Да, надеюсь, ух ты, это не нифига ловушка. Себе. Это что такое? Смотри, так, туда есть... Вот. Сундуки. Смотри. Так, буханка хлеба, это я заберу. Офигеть тут. Так, подожди, что вот там вот? Оп, сюда запрыгиваем. Седло, так, это все фигня. Это тоже фигня, все это фигня. Так, давайте смотрим, что здесь есть. Берем, если что. Так, уголь можно взять, ведро. Золото тоже, возможно, какая-то пригодится. Какая-то нить тут еще. Так, смотри, тут есть, короче, какие-то смотри, прикованные скелеты. Вот это сердечко тут есть. Так, железо тоже заберем. Сердечко, ну я не знаю. Вагонетку нашел. Офигеть, смотри, здесь скелеты. Да, я же говорю, прикованные скелеты. Мы можем свалить отсюда. Так, прыгай давай, в вагонетку и поехали. Давай. Так, прыгай. Погнали, готово? Полетели, давай, валим. Давай, вперед. Уезжаем. Блин, смотри, сколько здесь скелетов. Нифига себе. Давай, я надеюсь, там спереди выход.